Всем людям, что себя учеными-изобретателями называют, и независимо в какой стране они живут, он, тот единственный изобретатель, с удовольствием подсказки раздает. Мысль разрушения. Чтобы уничтожить весь материальный план Земли, всему вселенскому, чтобы показать над всеми и над Богом превосходство энергии сущности, всеразрушающей своей. И действует она через людей. Вот гадина хитрющая какая, а как бы нам ее с Земли изгнать? Интимных связей с нею надо избегать, не допускать в себя ее проникновения. Всем женщинам интимных связей избегать с мужчинами, впустившими в себя мысль разрушения, чтобы вновь и вновь ее не возрождать. Да если в этом женщины все сговорятся, с ума сойдут научные военные умы. Если женщины так станут поступать, не будет на Земле войны. Уж это точно. Кто же из мужчин захочет воевать, когда никто из женщин после этого с ним спать не станет, потомство ему не принесет. И получается, тот, кто войну затеет, сам себя, да и потомство все свое убьет. Как можно верить во всех женщин на Земле? Но как же мне не верить женщинам, Владимир, если знаю я, что в каждой женщине, сегодня на Земле живущей, божественная суть заключена. Так пусть же, пусть во всей красе раскроется она. Богини, женщины божественной земли, в себе раскройте вы божественную суть свою. Вселенной покажите всей себя в красе первоисточников. Вы сотворение совершенное. Вы из божественной мечты сотворены. Вы, каждая из вас, способна усмирять энергии Вселенной. Вновь цветом первозданным расцветет Земля.